44 года назад спартакские болельщики задали вектор развития русского фанатизма. Шли годы. За это время мы многое испытали и повидали. Были и горесть поражений, и радость побед. Но одно осталось неизменным. Мы всегда были и остаемся преданы нашей команде. Мы гордимся нашим клубом по боевой истории. И гордимся тем, что мы часть этой истории. Быть спартаковцем значит быть лучшим. Значит быть первым! Этот день вы должны сделать кошмарным сном для каждой лошади на трибунах нашего стадиона. Наша трибуна – это наш дом. Это частичка каждого из нас. Это то, что делает нас сильнее. Бой на трибунах ведет каждый из вас. Наша трибуна – это история, которую творим мы.